привет. Сегодня ко мне пришла посылочка. Здесь бусины для темляка в виде черепов. Покупал я на сайте AliExpress за $9.90. Начнем распаковку. Пакет без повреждений. Заклеим скотчем. Итак, раскрываем. Так, что же мы здесь видим? Здесь вот такой набор черепков. Должно быть 20 штук. Сейчас мы все посмотрим. Итак. Настроим автофокус. То есть фокус. Ну, не автофокус. Пакет где-то заклеим. Ладно, я его разрежу. Он скорее мне не нужен. Итак. Вот такой вот. Такая вот бусинка. Первая. Дальше. Череп с банданой. Черепок. Еще один черепок. Угу. Вот еще у нас какая-то бусинка. Побыстрее немножко, да? Начнем. То есть такой вот черепочек. Угу. Дальше. Следующий. Меньше. Опять что-то подобное уже было. Побыстрее все расклады перед вами. Все, в принципе, черепки разные. Поставим данному продавцу 5 звездочек. Боец не обманул. Довольно черепки качественные. Здесь даже светиться будет. Те, не помню, как называется. Посмотрим сейчас я накалю светом данный черепок. Ну вот, в принципе, вы и видите. Все светится. Вот такие вот черепки. В количестве 20 штук. Нет. Буду плести темляки из паракорда. Вешать эти черепки. Думаю, будет получаться классно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. До новых встреч.